В некоторых странах при приготовлении плова под рис принято подкладывать казмах. Это своего рода лепешка из теста, которая необходима для того, чтобы рис не подгорел, и подается она вместе с пловом. Готовый казмах при подаче нарежьте на сегменты. Лепешка получается очень вкусная и хрустящая. Угощайтесь! Подготовьте необходимые ингредиенты. В муку добавьте яйцо. Добавьте соль и сметану. Замесите тесто. Раскатайте в лепешку. При приготовлении плова выложите эту лепешку на дно казана или кастрюли с толстым дном. Заранее подлейте немного масла. Сверху выложите рис, предварительно отваренный до полуготовности. Затем можно выложить обжаренное мясо с овощами и оставить на маленьком огне на 1,5 часа. За это время лепешка приготовится, но не даст рису подгореть.